Чистить зубы минимум 2 раза в день по 2 минуты. Использовать зубную нить. Это главные прописные истины для сохранения их здоровыми, напоминает заведующий стоматологическим отделением Одинцовской областной больницы. Приняв непростое решение заняться административной работой, Александру Михайловичу пришлось отложить любимое дело – лечение зубов и погрузиться в новую для себя сферу. Но на то были веские причины. Понимание того, что я смогу помочь организовать и наладить работу стоматологии нашего отделения, тем самым обеспечить лучшее и хорошее качество работы наших стоматологов, обеспечить пациентам современную стоматологическую помощь. В принципе, вот эти факторы непосредственно повлияли на мое решение. 15 лет в профессии. Практикующий стоматолог Александр долгое время работал в лучших частных клиниках. Свое главное дело – помогать людям – определил с детства. Повлиял на выбор непосредственно моего профиля мой дедушка. У него были съемные протезы, я видел, как он мучается, и мне очень хотелось ему помочь. В принципе, тогда я уже решил, что я стану стоматологом. Впереди большие планы. Все они направлены на то, чтобы пациент мог получить любую стоматологическую помощь качественно и своевременно. Уже в этом месяце в отделении откроется новый кабинет. К сожалению, не все услуги входят в обязательное медицинское страхование, в ОМС. Поэтому мы открываем также платное отделение. На базе нашей поликлиники номер 1 будет запускаться платный кабинет по ортопедическим работам. Также в отделении проводят любые виды лечения с использованием новейшего современного оборудования. Например, аппараты компьютерной томографии. Мы можем рассмотреть на компьютере в формате 3D. То есть многие скрытые какие-то каналы, можем увидеть их прям послойно нарезая, можно увидеть и правильно пролечить. В операционной проводятся сложные хирургические вмешательства. Но главное в любой работе – это люди, говорит заведующий. В новой для себя сфере именно они поддерживают и помогают. С таким коллективом можно смело двигаться вперед. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».